привет, всем доброе утро. Начинаем новую трудовую неделю. Как-то холодно. Да, Сонька? Да! Да, очень холодно. Поехали мы в садик. Потом надо будет еще заехать в магазин. Купить продуктов. Еще сегодня такая у меня... Сок! Сок тебе нужно купить? Да! А ты будешь себя хорошо вести? Да! Ну все, поехали? Да! Хочу ловить. Поехали в садик. Нет, чок. И тазик, и чок. А чок. Все, отвезла Сончика. Съездила в магазин. Так интересно, знаете, в магазине в понедельник утро нету еще мясного, вообще нету. Колбас мало, хлеба мучного тоже ничего нет, молочки тоже ничего нет. Они только начинают, видимо, после выходных все проверять, перепроверять. Вот. Тоже людей нету, продукты какие-то сезонные, все так и как-то еле-еле ходят. В общем, короче, рабочая неделя не у всех задалась. У меня такое, знаете, хорошее настроение. Выспались, хорошо провели выходные, солнышко. Вот на улице прям холодно. А сидишь в машине, прям хорошо, тепло, даже жарко. Я уже выключила эту печку свою, потому что жарко. А на улице выходишь, прям так еще прохладно. Никак у нас весна не хочет, прям не хочет дать нам вот это вот тепло. Я помню, раньше мы уже купались в конце мая, мы уже купались. Ну, раньше это было очень давно, лет, наверное, 10 назад, может, больше. А сейчас такая холодина, не знаю, когда море у нас прогреется. Так, ладно, мне солнце слепит, ничего не видно. Поехали домой. Будем заниматься домашними делами. После выходных дома, конечно, вообще просто какой-то кошмар. Дома, конечно, уже дрожа, куча вещей. Сейчас надо это все будет убрать. Куча, надо еще постиранных постирать на кухне. Посмотрите, что творится после завтрака. В общем, все это все надо помыть, посудомойку разобрать, все загрузить, продукты разгрузить. В общем, короче, сейчас я первым делом сделаю себе кофе. И буду заниматься. Чтобы не включать духовку, я сухарики положила на окно. Они сейчас быстренько высушатся, и все. И можно их будет прям к супу уже кушать, даже никуда не прятать. Запшикала я вот этот вот шланг в ванной. Поменяли мы душек, потому что начал течь. Я сейчас все это запшикала, хочу промыть, потому что налет прям остается такой сильный от воды. Вот так мне нравится больше. Вытерла пыль, оставила только свою жилетку. Сейчас с ней поеду. Сонькины курточки. На вечер, скорее всего, надо будет одеть что-то потеплее. Обувь, шапки уже все. Оставила только легкие шапки. Все попрятала. Шапки, перчатки мои. В общем, все спрятала. Теперь у меня здесь порядок. Купила вот такое вот печенье. Если честно, просто лень самой печь. И думаю тоже на кухню заказать такую подставку себе под салфетки. Потому что та у нас стоит на террасе. Там удобно, потому что салфетки... очень такие легкие, и у нас постоянные ветра, и салфетки летают, поэтому я хочу теперь сюда тоже такую же деревянную, такую точно закажу себе, вот. И чем я сейчас занимаюсь, я разгрузила посудомойку, я в таком темпе, мне пишут, что закончился ополаскиватель, этот раз взяла вот такой вот большой, ну, короче, в два раза больше он, 800 миллилитров, чем ну, до этого брала. Сейчас я залью ополаскиватель, сюда загружаю посудомойку, и мне уже в темпе надо все это делать. Заливаю вот тут, видите, максимально. И он сколько надо, столько дает этого ополаскивателя, когда моется. И все, вот я полный его
наливаю. И у меня потом молоко, вот видите, вот когда уже видно, что пора заливать. И тогда все бокалы, все ложки, все без разводов. Ну что, все быстренько убрала, все по верхам, как обычно. Главное, посуду загрузила, сейчас она у меня будет мыться. Поставила компот с вишней, в общем, уже такой аромат. Так что у меня все чисто. Оставила, купила сегодня активи, что-то так захотелось. Я очень редко молочку ем, но оставила, думаю, пусть теплая будет. Может быть, я съем, может быть, дети, не знаю, кто будет. Бывает у меня Соня тоже с охотки вот такого детские. Она вообще творожки, вот такие йогурты не ест, потому что они очень сладкие. А активи иногда можно, поэтому оставила в тепле. Пусть у меня стоит. Ну, сейчас надо будет пропылесосить, промыть полы. И, в принципе, все. Теперь буду мыть полы. Добавила доместос и горячую воду. И доместосом промою, потому что после выходных ходили много, прям грязно. А так я мою либо средством от Faberlic, либо там добавляю чуть-чуть, ну, какого-то моющего. Вот, но после выходных прям хочу с кипятком, с доместосом пройти. Все, сейчас она у меня постоит, тряпочка. И буду мыть пол. Выключили теплый пол. И теперь очень холодно босиком ходить. Вот все в тапках. Так вот выжимаю несколько раз. И защелкиваем. И все. Девочки спрашивали, вот это тут такая защелка, поэтому очень удобно мыть. И самое главное, что здесь вот получается не остро и закрыто. И по углам, как я побила все плинтуса, такого нет. Я стульчики всегда так выношу. Соня разрисовала диван, и я хочу тоже заняться. Может быть, сегодня, попозже. В общем, короче, хочу поубирать отсюда все детские игрушки. Вот этот вот грушу эту убрать. В общем, убрать это все, чтобы здесь ничего не было. Потому что у нас игрушки и на первом этаже, и на втором, и в другой комнате. В общем, они везде. Хочу вам показать сумку маленькой независимой женщины. Посмотрите, Соня носит с собой пистолет. Кто помнит топорик, тот... Тот помнит рации, пистолеты, расческа с зеркальцем. Видите, все как положено. Кассовый аппарат. Видите, наручники. Все как положено. Она сама собирает и сама вот так вот ходит. Все, я убралась. Я раньше, знаете, в два захода делала. Первый, второй этаж. Но сейчас, думаю, все по-быстрому сделаю. Второй этаж, лестница тоже, все пыльное, какой-то кошмар, то ли окна начали открывать зимой, такой пыли не было, и получается с лестницы все падает вниз, там же стоит сушильная машина, она вечно тоже в пыли, комод, в общем, короче, все я убрала, сейчас я перекушу, и уже за Сонькой тоже ехать пора. Сделала себе горячий бутерброд с сыром, с колбаской, сделала себе кофе, в общем, покушаю, в тишине, в спокойствии полистаю Инстаграм. Прям, знаете, так классно побыть дома одной. Смотрела очередь в садик. Короче, мы не двигаемся, не знаю, попадем мы в садик, не попадем.
Вроде бы как с 1 июня, что ли, путевки выдают. Ну, в общем, будем надеяться, что мы все-таки попадем. Стоим мы в Димкин садик. Я бы очень хотела, чтобы учить воспитателя, который сейчас выпускают, Димочка, если бы Сонька к ним попала, было бы очень круто. Потому что они ее знают, она их уже знает. Как бы вот в этом плане, конечно, было бы хорошо. И рядышком школа. Можно было одним махом бы их бы отвозить. И все, ну, в общем, короче, не знаю. Сижу сейчас, переживаю, попадем, не попадем. Поставила детский столик, помыла его. Вынесла кресло, мешки сюда тоже на солнышко пусть стоят. Все, у меня теперь тут тоже на веранде порядок. После выходных немножко прибралась. А слышите, ветер какой. Хоть на солнышке прям очень хорошо. Заехала на Валберис. Забрала свои новые покупки. Новая лампа. Вот такая вот тут 10 секунд, 30-60. В общем, видите, с такой подставкой. У меня можно руку ставить. У меня была прошлая без этой подставки. Ну, тоже, в принципе, удобно. Я думаю, она снимается, нет? В общем, вот такая вот буду тестировать. Взяла себе новую базу. Такую же покупаю уже не первый раз. В 4-м оттенке. Я вам ссылочки оставлю внизу. Кому интересно, заходите, смотрите. Она идет таким вот розоватым оттенком под натуральный ноготь. Ну, чуть-чуть розовее. Мне очень нравится. Хорошая база. Она идет с укреплением. И вот такой вот лак купила тоже. Покажу, буду делать маникюр. Покажу, пилочку купила себе. Мне кажется, их раньше было две в комплекте. В общем, одна пилочка и к лампе вот такая вот шла, ну, типа подарок. Видите, бафик, салфетки. В общем, вот так вот обновила себе. Буду на днях уже переделывать маникюр с новым цветом. Забрала девчонку с садика. Пробуй, вкусная? Слоеное тесто, внутри такое, как вишневое варенье. Можно самой, конечно, такое сделать элементарное. Будет, кстати, очень вкусное. Так что, девочки, вам на заметку. Это в ротик. Просто слоеное тесто такими кусочками, квадратиками. И сверху варенье будет классно, вкусно, да? А у кого новые сережки? Покажи. Кто тебе подарил? Тетя. Нет, бабушка. Бабушка. Бабушка Галя, да? Соньке еще дарили на год сережки. Я их все никак не одевала. Это мы вчера, в общем, одели. Такие вот красивые. Единственное, что я боюсь, что она их потеряет. Потому что гвоздики мы теряли несколько раз уже. Да? Красивые? Mm-hmm. Давай, кушай. А кота своего покажешь? Не покажешь котика? Mm-hmm. Ой. Видно, что кота пить. Так, ты все только не надкусывай, Соня. Ну ты все понадкусываешь, Соня. Кто потом будет есть? Да, ну уж нельзя. Давай на тарелочкой. Компотик будешь? Да. Компотик. Держи. Давай, кушай. Такой тарелок, чтобы не сыпалось. Ладно? Какое солнышко. Прям глаза, да, светит? Ты стираешь? Да. Ты моя помощница. Скоро маме вообще делать нечего будет, да? Забыла, да, Соня? Греется мышка тут на солнышке. Пришла с улицы. Я ее помыла. Тоже скоро будем купать. Вот когда она коротко стриженная, купаем редко. А когда волосы такие длинные, надо чаще купать, потому что на улице она тогда она прям сереет. Морды вообще не видно. Ну что ты скажешь? Мы забрали Димчика и купили еще паски. В общем, начали продаваться паски. В общем, я не смогла удержаться. Просто нереальные такие. На, понюхай. Вообще, да, пахнет? Они прям свежайшие, мягчайшие. Сейчас пойдем пробовать, да? Асу будем есть? Ноп. Все, руками грязными, а не трогай. Все, пойдем руки мыть. Что-то я их меньше. Потолку.
Давай потолки. Какие-то эти повылазили. Ладно, пойдемте, холодно. Поднимаем крышу. Да. Там в жилетке замерзла. У меня аж от кучни шкура начала болеть. Да что ты? Что? Все, вылазьте, вылазь, Дим, открывай двери. Что это такое, Соня? Бабушке привет передай, скажи спасибо за фломастеры. Передай привет, скажи привет, бабушка. Да, скажи, возвращайся скорее. Да, будешь за мной следить. А как мы завтра в садик пойдем, а? Девочка? М? Соня, разве так можно? София? Не знаю, зачем я это сделал. Сложила я постельное. Не стала девочке гладить, правда. Не хочу. Я люблю глаженное постельное белье. Очень люблю, но не хочу. Вот правда. Поэтому не заставляйте себя. Не хотите, не надо. Захотите, перед тем, как стелить, можно будет погладить. Все сняла с улицы. В принципе, все нормально выглядит. Видите? Сейчас все это сложу. И будет у меня порядок. Храню я все вот так вот, ну, вот вертикально. А тут у меня помощница, которая мне не дает ничего сделать. Навела просто бардак, да, тут? Нет? Мы уже по второму заходу сели есть паски. Вкусно? Это реально очень вкусно. Я тоже себе кусочек прям на доске, на которой резала, сделала себе чай. Дети с компотом. Димка очень любит паски. Соня у нас вообще не мучная девочка. А вот я вообще тоже обожаю паски, это прям вот я могу есть, есть и есть. Паски — это моя жизнь. Да ты что? И взяла две попробовать, очень вкусные. Завтра поедем, еще возьмем. Говорят, нельзя перед Паской есть. Там за день или за сколько нужно покупать, но невозможно это просто пройти мимо. Поэтому мы будем есть, наверное, каждый день, буду покупать свежие. Как раз у нас еще есть время, наедимся. Дети смотрят у меня мультик, смотрите, бардак какой. Соня, аккуратно ногами. А я тут быстренько хочу навести порядок. Ну, это даже не порядок, посудомойку загрузила, туда большие кастрюли поставила, надеюсь, все это. Просто хочу тряпочкой вот так вот пройтись, влажной тряпочкой по поверхностям, все это дело вытереть. И все, буквально за секунду у меня будет все, все чисто. Сейчас на улице уже темно. Тут у меня ноутбук заряжается. И все, одним махом я все вытру. И вот здесь вот тоже. Все от пыли, от какого-то там жира, от крошек. У меня будет на завтра, на утро. Мы встанем, у нас будет чистая кухня. Здесь тут тоже плиту немножко. Я одной рукой, девочки, снимаю. И все. Не буду открывать гриль, доставать, потому что вчера грилили, и я его там все помыла. Все уже накупаны. Осталось у меня еще один ребенок. Да, мышка? Купаемся. И все, будем укладываться. Мы пойдем читать книжки. Да, мышка? Сейчас еще мышку покупаю, пойдем с детьми уже почитаем, проведем время вместе, уже снимать не буду, у меня уже садится камера. Всем огромное спасибо за комментарии под прошлым влогом по поводу нашей террасы. Еще будут доделки, еще просто, я так сказала, окончательный вариант. Еще, конечно, не окончательный, просто мы ее так долго ждали, так уже очень долго ее делали. Погода была плохая, поэтому затянулось это все. Поэтому всем огромное спасибо. Будем с вами проводить там время. Я уже мечтаю, чтобы было тепло. Я уже выходила, если честно. Сегодня тоже выходила, укрывалась пледом, можно посидеть. Ветер очень сильный. Но, тем не менее, круто. Летом будет вообще классно. Я еще думаю все-таки купить себе коврик и начать заниматься на улице. Сейчас Мишелька. Мишеля уже просится, чтобы ее быстрее вытащили с ванны. Всем пока-пока.